Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, так получилось, что в этом году в изигринных стенах Центрального дома шахматистов уже в третий раз собирается такой представительный форум, и в третий раз мы празднуем юбиляра по имени Борис. Здравствуйте. Сначала у нас был 10-й чемпион мира Борис Спасский. Потом был один из лучших фотографов, чемпион среди фотографов, Борис Толматовский. И теперь тренер чемпионов Борис Наумович Постовский, с 80-летием которого мы сегодня и поздравляем. Заслуженный тренер России Борис Постовский является заслуженным работником физической культуры и спорта, а также одним из немногих тренеров, награжденных золотым знаком ФИДЕ за заслуги. И символично, что наш вечер открывает поздравления от президента ФИДЕ Кирсана Николаевича Илюмжинова, которое я сейчас зачитаю. Сеньор-тренеру ФИДЕ, международному арбитру Б.Н. Постовскому. Уважаемый Борис Наумович, примите сердечные поздравления по случаю вашего 80-летия. Считаю огромной удачей своей жизни быть лично знакомым с вами и с большой теплотой вспоминаю наши многочисленные встречи. Богатый жизненный опыт, компетентность, высокая работоспособность и энергичность, твердость достижения поставленной цели – эти и многие другие качества характера всегда способствовали укреплению вашего авторитета. Своей неутомимой и самоотверженной работой на благо мировых шахмат, высоким профессионализмом и эрудицией вы заслужили глубокое уважение и признательность всех, кто имел и имеет возможность сотрудничать с вами. Вы внесли огромный вклад в популяризацию и пропаганду древней игры. От редактора шахматного отдела журнала «Буревестник» до капитана и тренера команд, арбитра многих престижных турниров. За все эти и многие другие заслуги ваше имя по праву занесено в золотую книгу ФИДЕ. Предпринимаемые нами усилия по развитию и популяризации шахмат не только в нашей стране, но и за рубежом, безусловно, связаны с вашей неустанной деятельностью. Присоединяюсь ко всем теплым словам и пожеланиям, которые звучат в ваш адрес в этот замечательный день. Желаю вам, уважаемый Борис Наумович, от всей души крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Thank you.